Понял? Такого Батуми я еще не видела. Посмотрите, сколько птиц. Птицы. Чайки. Откуда их столько много? Билл, в носках сюда не заходи. Оделся уже ребенок в садик. Зубы еще не почистил. Дочь, ну не наступай носками на снег. Доброе утро. Снова. И мой замок с Здравствуй, Батуми. Просто птички сидят. Собрались на собрание, на солнышке греться. А там просто стая летает. Сколько их? Это рыбы, значит, много, да? Они рыбы едят. Просто все море в чайках. Первый раз в жизни такое вижу. Вчера мы набесились от души. Ой, снежный Батуми, аномальный снежный Батуми. Смотрите, висят мандарины. Апельсины. Мы приехали ко мне домой, сейчас пойдем в квартиру. Это аномалия, ребят. Просто для Грузии такое было 3 года назад. Или больше даже. Мы сегодня выпускаем видеоконтент на канале Goldstream. И сегодня уже закончили подготовку практически канала, где я буду лицом. Успешные люди Батуми. И сейчас вот приехали домой, я в шоке. Идем сейчас с Сашей на квартиру, потому что у меня там будет... Ну, надо сейчас ее пока смотреть. Пока ремонт не начали, надо просто смотреть, следить. Снега там, наверное, на террасу нанесло. Пойдем смотреть. Вот детский сад у меня прям возле подъезда. Вот вход в подъезд. В общем, с Миланой сегодня ходили. Дети счастливы, снег увидели. Так хотели снег в Бакуриане поехать покататься. Давай завтра обсудим подробно. Моя террасочка. Давай. Угу. Давай, здесь. Ну сбрось тогда эту ссылку, познакомимся. Тут оторвали плинтуса, потому что немножко воды было. Сейчас чуть-чуть погреваем, и уже должны на неделю подключить мне газ. И мы тут теплыми полами все протопим. Вот моя заснеженная терраса. Целый двор. Вообще. Вот так вот у меня все выглядит квартирка. Посмотрите, какая красота. Сразу детский садик у меня тут. Море буквально тут сразу же вышел. И море. Но тут у меня такой тихенький дворик. И я специально хотела, что с детьми... Это тоже мой балкон. Я хотела, что с детьми невысокий этаж. Потому что в Грузии бывают перебои со светом, отключается электричество. Если ты на 25 этаже живешь, не очень-то удобно ждать, пока включится генератор 20 минут. А если ты с пакетами, с детьми. Ну и для жизни хотела невысокий этаж. Вот этот мой тоже балкончик маленький. Мы будем скоро наращивать здесь козыречек, чтобы сюда не заливал очень такие дожди косые. Так классно. Ну все, здесь получается как-то так. Все закрыто. Вот сейчас нужно будет прогреть. Все, включить полы. Это спальня. Здесь получается санузел. Ванна будет стоять в Грузии. Это, кстати, не часто встретишь ванну. В основном душевые кабины. Здесь гардеробная будет у меня. Небольшая в прихожке.
кухонная зона. Здесь будет барная стоечка стоять с подсветочкой. Вот. Насколько ты думаешь, теплее эта вся история? Пришла домой, говорю, где Милана? А здесь просто снеговичок маленький. Привет, дочь! Привет, вам зима в Батуми. Ты тут скажи, это нарядилась, да, специально? Да. Мама, мы пойдем гулять? Так мы ж только погуляли, дочь. Ты не замерзла? Штаны вон мокрые. Снеговика бы тут уже слепила на балконе. Нет, что-то и нет. Не хватает, Татья? Да, тут нету и снега. Нету снеговика? Да. Ну ладно, заходи, покушаем, пойдем погуляем. Заходи. Мама, можно поваляться? Ребенок снег увидел. Да? Радость. Пошли. Повалялась чуть-чуть. Мокрая сейчас вся будет. Вот такая зима в Батуми. Вообще, это прям аномалия-аномалия. Потому что в городе Батуми это случается раз в 3 года. Или в 4, или в 5. Давай руку. И для грузин это очень большая проблема. Ну, это, для нас это реальность повседневная, зимняя. А для грузин это просто катаклизм и аномалия. Милане нормально. Да, дочь? Тебе нормально? Ура, дети радуются вон. Все, мы на работу пришли с Миланой поработать. Милан, как надо здороваться по-грузински? Нет, мадлоба это спасибо, а здравствуйте как? Гамарджобат. Зимний Батуми. Такое утро. Я вышла из дома, у нас вот такой дворик грузинский, смотрите. Здесь у нас вот такой фонтанчик. Классно. Сейчас пойду на работу схожу. И потом пойду на тренировки в спортзал. Все, я на спорте. Сейчас буду каждый день тренироваться по 1,5-2 часа в спортзале. Все, наше утро. Милана в садик собралась. Классно так. Детям вообще радость, конечно. Снег. Да, дочь, радостно тебе? В Грузии снег, да, ничего не предвещало. Мама вас в пальму везла в тепло, а тут зима, зимушка, зима. Мне говорят, ты что ли зиму привезла снежную из Владивостока? Классно. Такой воздух зато прям чистый-чистый. Он и так-то тут очень чистый. Еще и после снега, представляете, как дышится хорошо. Классно. Мил, ты где? Было такое, получается. Снег был даже больше, получается. Метр был снега. Завалило Батуми. Это было, по-моему, 5 лет назад. 5 лет назад, по-моему, такое было. Грузины говорят. Что тут просто все встало, и как раз новогодние праздники были, и ничего не работало, и все гудели. Все ходили пешком, машины все были завалены снегом. Конечно, тут, если в российских городах, в зимних, в Сибири, ничего не чистится, понятно, что тут тоже это бывает настолько редко, что
Нету тут такой техники. Пошли на солнышко, дочь. Сейчас уже за Милкой приедут. Дочь, классно в снегу валяться? Варежки одевают, ручки замерз. Вот такое вот у нас доброе утро. Время 9, начало 10. Пошли вытряхнем. Приехали в еще один садик сейчас. Договоримся насчет интервью. Будет обзор в скором времени. Я так думаю, 3 садиков. Ну вот этот один из них. Как называется? Бабиленд. Ага.